Ну чё, продолжаем, значит, Far Cry 5 проходить с вами, и тут мы пришли, какое-то освободили место, и сейчас мы будем помогать местным жителям магазинчика. Похоже, демщики заперли кучу ангелов в подвале. Не знаю, сколько их там, но я боюсь к ним подходить. Слишком много моих друзей стало ангелами. Слушай, нужно навести тут порядок, в том числе в подвале. Ты здорово поможешь, если спустишься туда и перебьешь их. Ага, вот так вот. Значит, все легко и просто. Спуститься в подвал, перебить ангелов. Легко. Легко, так. Так, только надо обшарить тут все как так-то. 62 бакса на дороге не валяются. Эх, было бы у меня в реале столько денег. Так, где тут подвал? Вот он. Так, по патронам что у нас? 96 хватает. А давайте, знаете, что я, наверное, сделаю? Хотя не, опасно. Хотел огнемет взять. Но думаю, это опасно будет. Есть бита? Зачем мне бита, если у меня есть лопата? Правда, одна. О, давай, come on, baby. Тяпками не тут. Ух ты, вас сколько тут много-то. Тихо. Ой. Блин, я красный. Аптечку. Аптечку юзаем, аптечечку. Да, ты убегаешь. Да кто идет? Тут я. Так, кто встал? Ты чё встал-то? А тут есть сильный удар вообще? Ну да, какой-то вот. Мы. И сразу ломаю лопату, типа. Не, не сразу. Лежать. Все. Зачистили. Чисто лопатой. Да, тебе бы только играть. Да тут они нормально так-то ангелы обустроились, а? Диванчик у них тут, все дела. Неплохо, неплохо. Так, что за записка? Записка химика. Раньше я не верил в Бога, а зря. Блажь. Смесь, созданная из подаренных нам Богом элементов, превращает ангелов в идеальных рабочих. Ну, я же сказал, рабы. Любой другой человек, хотя на полном серьезе назвать ангелов людьми сложно, устал бы от такой однообразной работы. А вот ангелы круглые сутки с радостью таскают бочки с блажью туда-сюда. Божественный состав, просто божественный. Вот так вот. Это значит наркотики у нас. Плохие наркотики. Давайте мы сейчас уничтожим все эти бочки. Чуть-чуть глюка поймаем, но зато сделаем благое дело. Так, подальше отойти. Чтоб сильно не зацепило. Все, уходим отсюда, уходим. Ой-ой-ой, глюки до сих пор в ушах. Так, что нам дальше делать? Дальше мы будем идти. Вера мертва, да, это я ее завалил. Так, сейчас мы, значит, боеприпасы пополним. На 300 баксов, да, легко. Предметы, посмотрим, что тут можно купить нам. Купить аптечку. Бронежилет у нас есть. Ну и все, этого достаточно. Теперь отправляемся по тайничкам. По тайничкам. Где у нас первый тайник? Их же много было.
Вот здесь, по-моему, один был или не, или не здесь. А чё? А, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Так. Пещера змеи. Я туда не доберусь быстро. А куда я могу быстро добраться? Вот сюда. Путешествие, окей. Сейчас быстро тайнички зачистим, посмотрим, что там. Как там? Где там? Почему там? Возвращается ясность мыслей. Ой, еще один тайник, давай поговорим. Какой-то парень по имени Рой сообщил нам координаты своего бункера. Говорит, там есть что-то, что пригодится сопротивлению. Дверь заперта изнутри, но в бункер можно попасть, проплыв под водой. Кораблекрушение. Надо запомнить. Блин, столько тайников, я уже не помню, где, что, куда. Так, 400 метров, ну добежим, добежим. Не буду тачку брать. Займемся чуть-чуть спортиком, значит. Разобьем дыхалочку. Врагов здесь на дороге нету, надо это запомнить, потому что... Уже было один раз такое, что я завалил своего. Так, это мы... Уничтожаем остатки блажи. Так, а тут какой-то трамплинчик жесткий. Прям, ух, какой шикарный. Так, еще один тайник, походу, или что это? Ну, это охотник. Это охотник. Так, через поле не хочу идти глюки ловить. Пойду вот здесь, через проходик этот. Патроны. Патроны у меня полные. Так. Здоров, чувак. Поговорить. Говорят, Шерри ищет какой-то редкий виски. Если принесем ей бухло, она в долгу не останется. Согласись, удочки нам явно пригодятся. Рыбу наловим. Так, ладно. До Шерри мы потом дойдем. Пепек, пепек, где? Это что, индюк или курица была? Курицы я тут не видел. Так, это уничтожаем. Идем сначала до тайника номер один. Так, еще какой-то чел, с кем можно поговорить. Блин. Что происходит? А что горит-то все? Ты ж сам поджег. И что теперь? Ну, давай подождем, пока все сгорит. О, сейчас поджарится. Ой, господи, боже мой, что это такое? Да блин, я к тебе не подойду, чувак. Во-во-во, сейчас подойду. Какой-то самоубийца. Я уже не ждал помощи. Чё ты бегаешь туда-сюда? Здесь никого нету, алло. Давай говорить. Одна местная девка достала пум просьбы вернуть отнятые из секты вещички. У нас пока что нет свободных людей, но если окажешься неподалеку, загляни к ней. Чёрт, тут всё горит! Окей, я понял. Какие-то вещички надо будет достать. Ну, потом разберемся. О, аптечку, которую можно было... Ух ты. Вот это опасно. Вот это прям супер опасно. Так, ладно, у меня тут пещерка уже рядом. Тайничок. Там ничего интересного не было. Итак, пещерка. Читаем. Записка выживальщика. Всем, кто это читает. Я видел, как эдемщики избавляются от дохлых ангелов. Сбрасывают тела в расщелину на холме... Сбрасывают тела в расщелину на холме. Можно там пролезть, спуститься в пещеру и стащить снарягу, которую они там припрятали. Это мне типа наверх надо, да? Ну да, скорее всего. Здесь я не пройду. Здесь закрыто. Ну ладно, кошка есть. Сейчас кошкой заберемся. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, мне нужна расщелина.
Так, а это кто? Бана, враги, а вы откуда здесь, а? Блин, и свои проехали, вообще ничего не сделали. Так, давайте сейчас попробуем одним выстрелом двоих. Ну, станьте вы как-нибудь параллельно, а. Ой, ой, кто начал стрелять? Ого, вот это расщелина. Ладно, чуваки, без меня справились. Попель накидал ему, а как? Не ожидал, чувак, по-любому не ожидал. Так, еще можно поговорить. Стой, 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 я хочу говорить с тобой. Если окажешься в блаже, не верь тому, что видишь. Понимаешь? Ну что, еще разок? Так, а как мне говорить-то? Поговорить. Еще пытаемся спровадить отсюда девчонку с Ка... Помогите! Кто-нибудь! Да что такое? Тут никого нету. Алло. Двигаешь! Прикрою! Помогите! Короче, ладно, давайте, удачи. Счастья, здоровья, любви в личной жизни. Я иду в пещеру. Где прятали снарягу, значит? Так. Зачем цепляться, если можно обойти просто? Или мне еще глубже надо? Ну да. Ладно, тут по-любому только цепляться. Где-то он низ-то. Какая глубокая пещерка-то. Ого. Прям глубоко-глубоко. Тут термальные какие-то источники. Это вода горячая. Сюда наступать нельзя. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Говорю, наступать нельзя. Вон. Ой-ой-ой. Блин, и у меня этот бронежилет сразу исчез. Я всего лишь чуть-чуть водичку попал, а он сразу ушел. Так, давай, жизни восстанавливайтесь. Так, и чё? Как мне? Куда мне? Чё-то непонятно ничего. Сюда наверх. Ну, в смысле не наверх, а вот на ту сторону. Больше вариантов нету. Теперь сюда. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай, 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 быстрее, быстрее. Фух. Тарзан, конечно, такой себе. Но он тоже сойдет. Так, а теперь... Ага, вот теперь куда? Ой-ой-ой-ой-ой, отлично. Пока все идет по плану. Так, как надо. Блин, как же эту снарягу-то далеко спрятали. Надеюсь, оно-то стоило того. Нам не нужна помощь. Именно поэтому мы выживем. Собаку сначала завалим. Так, и глюки пошли. Да, блин, потому что здесь вот оно что есть. Бочка треклятая с глюками опять. Все, глюки исчезли. Так, нет, гранатомет не нужен. Зачем он? Так, ну и все, вот он.
А вот они, значит, у нас и секретики. Тут, а это что такое тут? Как-то бутылка, вискарь, что ли? Так, собираем все, собираем. Так, а где снаряга? Костюм какой-нибудь блатной нету? Эх, ну ладно. Деньги тоже пригодятся. Так, тут тоже что-то есть. Где было что-то взять? Вот. Ага. Да и денег чуть-чуть было. Я думал, карта. Так, и дверка открылась. Клетка эта. Ну ладно, сойдет. Так тоже сойдет. Так, что, go next. Next, next, next тайничок. Надо только выбрать какой. Вот они все отмечены. Во, сейчас вот сюда, да. Или вот. А что это за тайник? Давайте сюда, поближе. А оттуда потом перебежим на тот тайник. Ну или также быстрое путешествие используем. Так, 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 тайничок, тайничок. Старичок, Нет, это не тот тайничок. Не вот этот нужен. Где-то под носом, а вот он. Так, записка. Записка выживальщика. Эдемщики захватили летний лагерь. Дома теперь забиты их барахлом и всюду псы. Я не справлюсь с ним в одиночку, но кое-что сделать мне все же удалось. Я выкрал мастер-ключ от двери всех домов в лагере и скормил его одной из собак в главном здании. Если они хотят забрать свою снарягу, им придется дождаться, пока эта зверушка просрется и порыться в ее дерьме. Я понял. Войдите в дом. Короче, сейчас будем в какашках собачки. Лазить, читать. Это записка сектанта. Мы отправили этих псов и Якова на север, чтобы он привел их в форму. Или кормил, или скормил судьи. Не понял. А как я вас не заметил? Я думал, вы свои. Закрыто, нужен ключ. Так, нужен ключ собаки, которой скормили. Это у нас не открывается. Вот, дверка есть какая-то. Дверка тоже не открывается. Так, может, сверху какой-то проход есть? Нет, сверху тоже прохода нету. Хотя вот мне показывают наверх. Так, тут у нас не открывается. Ладно, сейчас попробуем вот так вот. Нет, нет, нет. Мне все-таки надо в это здание как-то попасть. Вот как. Нет, не так. Вот, отлично. Так, это обычные собаки. Я испугался. Ладно, пускай бегают. А я сейчас буду ковыряться. Масло из баклажи. Короче, ходим, ищем. Ковыряемся в фекалиях собачьих. Ищем ключ. Вот, ключ найден. Быстро. Очень быстро. Песели, может, давайте еще. А, че уже, дорыщем везде тут. Может, что интересное встретим, найдем. Вон, орегано тут. Патроны для дробовика были. А, еще патроны для дробовика. Сколько тут добра-то, а? Какие тайны еще содержатся в этих экскрементах? Ускорители всякие, блин. Для этого у меня нет места. Вот еще что-то лежит. Так, ну все, вроде все прошел, все собрал. Так, и вот теперь бежим до тайника. 50 метров. Что, собаки выходить не будут? Или будут?
Ты чё, Пума? Всё, хана ей. Бедная олень, давайте я с кулака сейчас. 8, 9, 10, 11 ударов надо. Так, и теперь у меня есть универсальный ключ от всех домов. Так, мне надо какую-то пушку посерьезнее. Теперь будем каждый домик обшаривать. Смотреть, что тут есть. Пусто. Что за вертолеты летают здесь? Не, самолеты. Вот, а вот это уже на тайник похоже. Ой, хорошо, так как хорошо. Сразу настроение поднимается, а? Так, нет, крыса безобидная, это хорошо. То есть, если бы еще крыса на меня напала, это был бы уже трэш. Ну как, это было бы прикольно. Еще б я ее, еще б умер от нее. Вот это был бы трэш. Так, ну все. Тут три дома всего, все три дома обшарил. Тайник нашел. Это что у нас? Ой. Это туалет. Так, а обнаружена новая стоянка, пристань. Это неинтересно. Это вот это, типа. А вот и самолет здесь есть. Ну, прикольно, прикольно, ладно. Но самолет нам пока не нужен. Так, теперь нам нужно к следующему тайничку. Вот сюда вот. Выживальщика. Там быстро, как я могу добраться? Ага. Вот отсюда. Путешествие. Так. Мы на месте. Где тайник? Так, это... здесь мы, короче, Пуму освобождали. Помогали тетеньке какой-то. Не помню, как ее зовут. У нее была ручная Пума. Ее украли, я эту Пуму спас. И она такая: ну, братан, оставляй себе эту кошку. Я ее уже прокормить не могу. Такой: ну ок, ладно, как скажешь. Так, а вот он и тайник, он там внизу аж. Ладно, давайте направляться туда.